Среди множества мероприятий, приуроченных к празднованию 41-го дня рождения столицы Южной Якутии, одним из самых захватывающих и долгожданных стал открытый турнир по хоккею с шайбой на призы главы города Нерюнгри. В этом году в нем приняли участие 4 команды. Первое место завоевала команда «Шахтер» города Нерюнгри. Второе место – команда «Энергия» из поселка Сосновый Серебряный Бор. Третье место – команда «Мичел» и четвертое – команда гостей из Алдана. Уже в следующем году организаторы планируют пригласить хоккейные команды из Амурской области, Забайкальского края, Дальнего Востока и Якутска. Благодаря обновленной ледовой арене, открытой в спортивном комплексе «Шахтер», такие соревнования могут принять намного больше участников. На первый раз и этого было достаточно, это было замечательно, было здорово. Принято решение о том, чтобы данные соревнования проводились ежегодно, именно к дню рождения города, на приз главы города. Кубок будет переходящий, и я надеюсь, что в следующем году у нас намного будет больше команд, и будет намного интереснее, и чем шутит, может, на региональный уровень выйдем, почему бы и нет.